Короче говоря, 23 февраля. Быстренько подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, которое выйдет в воскресенье. 23 февраля. В этот вечер я решил прикольнуться над своим другом. Чижка всегда сидел на кухне и попивал чаёк. Я взял петарду и засунул ему в карман. Она бомбанула. Чиж перепугался. Он потерял дар речи. Молчал целый час. Я вызвал врача. Где-то я его уже видел. Я испугался и прогнал врача. Решил, что сам спасу друга. Где-то слышал, что если человека напугать еще раз, то шок пройдет. Я взял петарду и подорвал ее. Странно, но шок у моего друга не прошел. Зато он начал говорить. Ты что делаешь, дурак? Так это 23 февраля, день розыгрышей. Дурак! 1 апреля это день розыгрыша, а 23 февраля это вообще другой праздник. Мой друг пришел в себя, я извинился. И тут вспомнил про брата. Решил за все свои грешки сделать ему подарок. Но я не знал, что подарить. Чиж предлагал разные варианты. Но они мне все не нравились. И вдруг какой-то парень предложил подарить брату ноутбук. Это вот замечательный ноутбук. А кто это вообще такой? Видеопамяти. Так кто? Я лучший продавец ноутбуков. Идея была классная, но денег у меня не было. Поэтому мы решили забрать ноутбук бесплатно. Лучший продавец ноутбука. Мы наложили в штаны. И тут Чиж достал баксы и рассчитался за ноутбук. Продавец забрал деньги и ушел. А бабки откуда? Нашвал. Мы радовались, мы открыли коробку, а она оказалась пустой. Мы расстроились. К нам зашел брат. Очкарик, вы не видели, где мои бабки? Нет. Не видели. Черт, где я их мог спрятать? Ладно. Ну вообще, надо запоминать, куда деньги кладешь. Вот-вот. И специальное место, чтобы не украли. Да, согласен. Странно. Короче говоря, 23 февраля. Новое видео выйдет в воскресенье, поэтому нажмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить его. Также не забудьте рассказать друзьям о нашем канале. Ну и посмотрите все остальные видео с очкастым задротом. До воскресенья, пока! Yes, yes. Мы засняли ролик, ебаться в здании.